рубль 2-3 года назад был переоценен, он был слишком дорогой. Это так. И как только ситуация ухудшилась, общеэкономическая, он повалился. Но ясно, что нельзя делать рубль, там, например, курс 200 рублей за доллар или 300. Это абсурд. Нужно искать баланс. Потому что если рубль слишком дешевый, а у нас очень мало инвестиционных товаров собственных, мы тогда не сможем модернизировать производство. И нужен баланс. Вот 60, там, 70, наверное, максимум рублей за доллар сегодня, наверное, правильный был бы обменный курс.